Здравствуйте, уважаемые шашисты! Продолжаем развивать одно из важнейших качеств шашиста. Развиваем наше комбинационное зрение. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из эффектнейших комбинаций в русских шашках под названием «Круговой удар». Когда вы проводите эту комбинацию и соперник не ожидает, как говорится, подвоха, то на него это производит эффект разорвавшейся бомбы. Обычно данная комбинация проходит по кругу, как ясно из названия, и проходит либо с поля h4, если мы проводим за белых, и вот по такой траектории наносится удар, это по косяку. Если по тройнику наносим удар, то обычно с поля h6, вот по такой траектории. Первая комбинация, можете поставить видео на паузу, попытаться найти ее самостоятельно. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится, можете подглядеть решение комбинации. Белые начинают комбинацию тихим ходом. Ну, во-первых, какие слабости у черных? Это так называемое решето. То есть, видите, между шашками черных отсутствуют шашки. То есть, есть пустые поля. Ну и также ослаблены все 4 дамочных поля. Используя вот эти слабости в расположении сил черных, белые легко выигрывают. Белые нападают ходом bc3. Ну, отходить надо, иначе черные теряют свою шашку. А теперь белые начинают проводить свою эффектную комбинацию. Они загоняют черных в дамки. Затем загоняют черных. Черные ставят вторую дамку. Олег, спросите вы, что происходит? Ты что, собрался играть в поддавки? Нет, друзья, сейчас мы будем выигрывать. Несмотря на то, что у черных, кажется, 4 шашки и 2 дамки, а у белых всего 3 шашки, но поражение неминуемо, кажется, на самом деле побеждают белые. Белые жертвуют еще одну шашку и затем проводят свой финальный удар. Как говорится, засеяли поле зерном, а сейчас собираем богатый урожай. Белая шашка идет на поле d8 и затем становится дамкой и продолжает свой удар уже как дамка. А затем мы снимаем все шашки черных и дамки. Ну и легко выигрываем. Вторая комбинация. Давайте оценим положение. Какие есть слабости у черных? Ну, во-первых, это связка, конечно, правого фланга очень неприятная. То есть шашки черных очень ограничены. Ну и плюс ослаблены дамочные поля. Мы используем эти слабости в позиции черных и побеждаем. Ну, как начинать выигрыш? Первый ход hg5. То есть мы заставляем черных высказаться. Куда ходить? Сюда нельзя, потому что мы займем поле f6, поставим рожон и легко выиграем. Если играть ab4, то мы играем d5. Ну и постепенно также легко выигрываем. То есть остается, по сути, за черных, ну, меняться тоже нельзя, потому что мы сыграем dc3 и легко выиграем. Остается единственный ход. Ход fe7. А теперь мы проводим уже комбинацию, которая вам знакома. Круговой удар по тройнику. Загоняем черных в дамки и выстраиваем свою подударную цепь. Таким образом. И наносим свой финальный удар. Белая шашка h6 идет на f8 и превращается в дамку. И затем уже продолжает свой удар. Финальный как дамка. С выигрышем. В этой позиции белые будут наносить свой финальный удар уже по косяку. То есть до этого мы проводили удар по тройнику, сейчас будем наносить по косяку. Ну, какие слабости есть в позиции черных? Это ослаблены дамочные поля. В принципе, больше слабостей у черных нет. Но, тем не менее, белые побеждают в этой позиции. То есть, вначале мы выбиваем важную шашку с поля f6. И видите, у черных образовалась еще одна слабость. Это решетчатость, так называемая. Затем загоняем шашку b2 на поле d4 и выбиваем важную шашку опять. То есть она нам мешается. Ну и плюс мы ее используем в своей подударной цепи. Вот таким образом. И затем наносим свой финальный удар. h4 летит с
помощью боя на поле d8 и уже превращается в дамку и наносит свой финальный удар. Ну и на доске возникает положение под названием штаны. То есть белая дамка побеждает разобщенные шашки черных. Ну, ход черных вынужденный. Мы загоняем шашку b6 черных на борт. Вот таким образом фиксируем ее. И затем после вынужденного hg5 загоняем шашку g5 также на борт. И обратите внимание, получились так называемые штаны. Одна, правда, штанина покороче, вторая подлиннее, но это уже не важно. Белые легко побеждают. Следующее положение кажется для белых также рискованным. Ну, хочется позиционно, конечно, разменяться вот таким образом. Хотя у белых лишняя шашка, но партия, скорее всего, закончится в ничью. Тем не менее, белые могут победить. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые неожиданно нападают на шашку черных f2 и заставляют их пройти в дамки. Ну, на поле e1 бесполезно вставать, мы просто подождем и сами уже пройдем в дамки. То есть такой ход невозможен. Приходится поэтому черным ставить дамку на поле g1. Ну, теперь мы отдаем шашку и уже проводим свою знакомую нам комбинацию круговой удар. Отдаем еще одну шашку, еще одну. И, так скажем, создаем подударную цепь ходом cb4. Отдаем последнюю шашку и наносим свой финальный удар. Шашка h6 превращается в дамку, и мы продолжаем свой удар уже как дамка. Выигрыш. В этой позиции, ну, бросается слабость. Это связка неприятная у черных правого фланга, ну и плюс ослабленные дамочные поля. Кажется невероятным, но на самом деле в этой позиции белые наносят свой финальный удар по тройнику. Олег, скажете вы, а как это возможно? У черных же на поле f8 есть шашка. Но мы ее благополучно выбьем и нанесем свой финальный круговой удар. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Ну, сразу за белых. Сразу же, конечно, за белых нельзя провести комбинацию. Если мы отдадим шашки таким образом и побьем сюда, то черные просто побьют сюда. Мы поставим дамку. Но партия закончится ничьей. То есть эта комбинация, кажется, не проходит. На самом деле это не так. Белые сперва нападают на шашку черных, то есть заставляют их закрыться, а вот теперь уже проводят свой удар. Отдают две шашки, загоняют черных дамки. И вот, друзья, видите, выбивают важную шашку опорную черных с поля f8. Затем выстраивают подударную цепь окончательную и наносят свой финальный удар. Шашка h6 бьет на f8, становится дамкой, и белые производят финальный удар, собирают богатый урожай. Ну и заключительная комбинация на сегодня. В этом положении довольно-таки кажется безрадостным для белых. То есть черные напали на шашку, как-то надо защищаться. То есть, допустим, сыграть fg3, тогда уже черные как-то нападают. Ну и положение неприятное за белых. Кажется, что белым не сдобровать. На самом деле, как это часто бывает, то есть позиционно у нас положение неприятное, а на самом деле тактически мы выигрываем. То есть белые используют недостатки в расположении сил черных и легко побеждают. То есть какие есть недостатки? Это решетчатость, видите, между шашками свободные поля. Плюс у черных ослаблены все дамочные поля, то есть нет ни одного упора. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Кроме того, здесь белые еще используют и роздых. То есть есть все три предпосылки для проведения комбинации. Белые играют dc5, отдают шашку. Затем играют fg3, отдают вторую шашку. Загоняют черных в дамки. И обратите внимание, черные следующим ходом обязаны бить
шашку белых Е5. Поэтому белые используют вот этот ход предоставившийся. И занимают бортовое поле H4, а затем подрывают поле F6. Черные вынуждены бить. И белые наносят свой финальный круговой удар по косяку. Бьют на поле D8, шашка превращается в дамку и уже завершает свой финальный удар как дамка. Ну и здесь сопротивление бесполезно. Можно, допустим, пойти АБ6. Белые нападают на шашку, надо отходить. Они занимают большую дорогу и легко выигрывают. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели эффектную шашечную комбинацию под названием «Круговой удар». Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Можете подписаться на канал и поделиться данным видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, если вам что-либо не ясно. Можете какие-нибудь предложения записать, рассмотрю, как говорится, отвечу на все вопросы. До свидания.